Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа. Мы сегодня у нас Ensign с композицией Wormhole и написано еще New Track. Была ли версия Wormhole, мы когда-нибудь узнаем, если в комментариях напишут, ну, какая-то другая. Но, возможно, имеется в виду просто, что новый трек. Короче, поехали! Очень напоминает много чего, а сейчас, когда пошел диссонанс, мне уже Five, или как эта группа называлась, которая с песни Fire Truck, которая полностью построена на сплошном диссонансе и одной зацикленной... на одном зацикленном лупе. А здесь сейчас, если бы какой-нибудь мега большой жирный бас просто бы так вошел, ворвался бы, пробил дверь, и они бы заскримили, то получилось бы прям очень круто, как Ghost Mate и Ким Дракула, типа того. Но посмотрим, посмотрим. О, не Ghost Mane, по-моему, Ghost Mane он, да? Не Mate, а Mane. А Ghost Mane, Ghost Mane, ошибся, да. Ким Дракула не ошибся. Что-то Ghost Mate. Ghost Mane. Ну, что вы поняли. Exciting, exciting. 경계가 없는 road, deeper, deeper. 여기 찍어봐. Wormhole 들어가, no jumping. Wanna, wanna fight. Мне нравится очень сухой звук вот этого такого короткого обрывистого, немного даже стаккатного синта. И бас, конечно же, прямо бьет как надо. Вообще бит написан отлично. Ну, у нас песня по большей части с рэпом пока что. Может быть, будет припев, где они запоют, но пока прям очень качающий бит. Прямо хит. И припев такой достаточно мрачный. Вообще композиция такая немножко зловещая, напряженная. Ну и опять же, зеленая и черная, так знаете, создают какую-то атмосферу, не знаю, лаборатории какого-то злого ученого или гения, который создает каких-нибудь там зомби или чудовищ. А по звучанию, несмотря на то, что тут местами диссонансы, они достаточно уместные, именно, ну, в инструментале проскакивают такими местами. То есть, ну, художественная задумка прям прекрасная. И хочу отметить, что несмотря на то, что в данной композиции мало вокала, достаточно мало относительно рэпа, меня это никак не смущает. Хотя я больше фанат вокала, но парни считают отлично. Да и в тех местах, где поют, тоже все здорово. Но, опять же, я смотрю на продолжительность, если все это трек, то он достаточно будет затянутый. То есть пока все нормально, если он сейчас закончится, через секунд 20-30, но он такой, знаете, без сильных изменений в динамике. То есть он потихоньку начинает замыливаться в конце. Ну, не в смысле мутно звучать, а в плане динамика просто стабильная, ну, такой, кардиограмма трупа.
И не в смысле, что песня плохая. Просто хочешь ты какой-то там неожиданной, внезапной части, чтобы добавили. Just keep it on your track. No, no. Кстати, респектовая футболка Iron Maiden. Вот я носил футболки такие в детстве, меня лицо пытали за них разбить, а сейчас всех вокруг носят. Вот что за несправедливость, да? Но ничего, кстати, гитару я вроде бы особо не слышал в самой аранжировке, в треке, но гитара тоже симпатичная. Кстати, вот тоже кадр, интересно, с фишая сняли. Ну, вряд ли с GoPro, но фишай объектив. Что могу сказать? Единственное, я бы трек сократил на одну минуту. Возможно, конечно, художественная задумка, опять же, подразумевает, что нужно, чтобы каждый высказался, каждый рассказал свою историю и так далее. Но немного затянуто. Это единственное, что я могу сказать негативно про композицию. А так сведено здорово, запоминается бит за счет, опять же, диссонансов. Зловещая атмосфера, опять же, и клипа, и музыки. Но и реально, одну минуту вот вырезать. То есть не 3.57, а там, допустим, ровно 3 минуты сделать. И вообще цены бы этой композиции не было. Но это лично мое мнение. Какое у вас? Пишите в комментариях, пока список бустеров. Спасибо. Дамы и господа, мы за то, что продолжаете поддерживать, несмотря ни на что. Ценю, люблю и уважаю. Без вас все бы это не выходило. Ну, либо выходило бы не так часто. Помимо этого, бусти, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас. Там, проходите, смотрите. Это способ сказать спасибо каналу и не только. Далее. MP Reviews, K-Pop новости, MP Live. Камбэк стримов уже скоро. Телеграм-канал Хаб Локация по-прежнему Максим. И я по-прежнему говорю вам, до новых встреч. Пока!